Виталий Лаляти начал свою подготовку к предстоящим соревнованиям, набрав вес до 141 кг и продемонстрировал феноменальную силу в упражнении на луч. Он с легкостью поднял 62 кг на 5 повторений, и при этом у него был огромный запас силы. Такими темпами он сможет обогнать в силовых показателях Левана Сагинашвили. И кто знает, настанет тот день, когда Виталий сможет победить Левана.